Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас приветствовать! У нас воскресный день. К тому же, второй матч Острота против Титана. В составе команды Острота сегодня Зверев Александр Шеремет, Александр Кошин Николай, Павлик Юрий, Лабзенко Андрей, Колесников Андрей, Джават Бен Андреев Максим, Усач Александр. В составе команды Титан Ковальчук Павел Молдавчук, Михаил Сидорчук Сергей, Трофимчук Сергей, Ивашко Александр и Бумур Таиб. Вот такой у нас сейф от вратаря сейчас. На ровном месте Бен мог уже забивать. Вторая игра у него сейчас. Играл он за Стимул. Все как всегда. Представители другой лиги. Есть игра на выходе от Зверева. Видит ситуацию, выбрасывает на Андреева, снова Кошак. Бенжават. Молдавчук контролирует, переводил неплохо туда, вот в сторону как раз таки Трофимчука Сергея. Бенжават дается ему пробросить между ног и завершить эпизод ударом. Андреев, Колесников, снова Андреев. Шеремет. Андреев. Контроль. Неплохой за Сидорчуком. Можно сыграть на Молдавчука, Трофимчук не переводит, Ивашко туда уже старался Александр перевести по диагонали как раз таки в атакующую зону. Понял, хорошо, хорошо, это нормально. Я знаю, знаю, заявлю. Колесников. Андреев. Бенжават. Бенжават. Многовато уже было контроля от Джавада. Тем не менее, Острот остается с мячом. Дает еще шанс для Джавад Бена попробовать свою индивидуальную игру. Колесников. Игорь.
Промахивается по мячу Молдавчук. Есть, правда, отбор от Титана. Молдавчук. Трофимчук. Вернули. Вернули Трофимчука в дело, в действие, в активность. Трофимчук. Первый на мяче. Надежно поставил корпус. Правда, тут же может и проиграть. Может и проиграть борьбу. Трофимчук. Но забивает. Старался создать активность, и она сейчас работает. 16-му номеру удается забить. И повели в счете именно Титан. Пошаг. Молдавчук не успевает, Зверев тут просто надежно все видит, Павлик. Павлик похож на поезд сегодня за остроту, которого сложно сдвинуть. Бумутаип. Трофимчук. Славчук. Кошак. Лапзенко. Муртаиб, Кошак. Павлик. Муртаиб борется против Павлика. Очень много возни, на самом деле, от Юрия сейчас. Он же силы тратит, красиво пробрасывает между ног. Забитый от Кошака прямым ударом после неплохого действия, скажем так, от Юрия. Ну, провокационное высказывание, на самом деле, мне кажется, не обязательно делать от Юрия. Это может где-то обижать в спортивном плане соперника. Тем не менее, продолжаем далее. Сидорчук. Зверев. Эдават. Лапзенко. Снова Бен.
Ладзенко. Ивашка Александр пробовал проверить, Зверев там контролирует ситуацию на воротах или нет. Бенжават. Ну, пас на Ярошенко, Вадима просился. Тайм-аут сейчас берет титановцы. 1-1. Триста от Галактика. А кто второй? А, не рассчитается. Стимул рассчитается. Позже. Зверев. Андреев. Бенжават. Сильный пас для Андреева. Трофимчук. Андреев. Просит Ивашка увидеть его. Трофимчук отдает передачу как раз-таки на Ивашка. Зверев. Ивашка. Снова Трофимчук. Опаздывает с передачи на Бумур Таиба. Правда, Таиб сейчас перехватывает. Сразу же так агрессивно вперед, подталкивая мяч. Никто из оппонентов не готов был воспользоваться такой передачей.
Какие-то проблемы сейчас с трансляцией. Трофимчук, можно бить. Для тех, кто только подключился, напоминаю, 1-1 Острота Титан. Были трудности, неясные мне, с трансляцией. Ивашка. Видимо, придется перезагрузить компьютер для того, чтобы дельно все работало. Ну, сейчас посмотрим. Если в течение 30 секунд ситуация не наладится, так и сделаю. В перерыве между первым и вторым таймом. Ошак. Да, ситуация не налаживается, можно перезагружать. Кошак. Колесников. Кошак отыграл на Бенджавада. Есть подбор. Ивашка. Отыгрывает Трофимчук. Ивашка. А не пошел туда 16 номер. И ошибка это, на мой взгляд. 1-1, дорогие друзья. И полторы минуты примерно до завершение первого тайма. Ковальчук. Павел сбросил на Трофимчука. Ивашка. Дорогие друзья, Кошак забивает сейчас с передачи Бенджавада под занавес первого тайма. Дорогие друзья, здравствуйте. Ждем, пока придет. Есть
отбор. Выиграть не получается. Восьмерки Титана. Дальше сыграет на Трофимчука или нет? Играет. Переводит на Павлика. Другий свисток говорит нам о завершении первого тайма. Прозвучало свисток, дорогие друзья, и второй тайм у нас начался. Напомню о том, что 2-1 Астрота выигрывает, так как трансляция обновлялась по каким-то причинам. Бывают у нас проблемы то ли с Ютубом, то ли с АБС. В данном случае зависла программа АБС. И она не позволяет нормально, корректно работать. Нужно в таком случае перезагружать. Мы это сделали, вот сейчас уже работает нормально. И дело, как говорится, даже было не в интернете. Конечно, не хватает сейчас Мындру Георгия, который является капитаном и организатором команды. У него травма в прошлой встрече. Вратарь на выходе не сказал внятно «я» столкновение. И в итоге человеку нет возможности играть сегодня. А это проблема, конечно же, потому что не такой хороший плотный сбор у Титана. Они играют дружным коллективом, в котором, скажем, нет возможности баловаться. Красивый удар от Андреева. Прям как сборная России. Смотрел, видимо, матч сборных. Вдохновился Андреев. Сидарчук и Ивашка. Андреев. Ивашка. Лабзенко. Еще
Отрабатывает Ярошенко. Всех от Ковальчука Павла. Дерев навешивает точно на Кошика. Бумур Таиф. Ивашка. Бенджават. Борется БН. Хорошо убегает Джават, накручивая за одним за другим, но перетянул мяч. Правда, после в итоге отработал. Умуртаи. Кошак. Отыграл Молдавчук, Бумурта и ну, не отдают передачи в нужные моменты. Сидорчук привел левее. Зверев. Бенджават. Палит в данном случае против Сидорчука. Ковальчук. Молдавчук. Ковальчук. Колесников с трудом отдает эту передачу на Джават Бена. Такая вот пауза от Бена. И ударить он не успевает нормально. С носка. На Шеремета. Ивашка. Трофимчук на Ивашка. Снова Трофимчук. Трофимчук. И пас Сидорчука, Ивашка. Ближе, ближе был к тому, чтобы забивать. Сейчас восьмой номер вот таким ударом. Неплохо это, в принципе, смотрелось.
Бенджават отыграл на Павлика. Удавчук. Ивашка. Давчук, Ивашка. Бенджават. Ивашка. Сидорчук. Трофимчук. Трофимчук. Проигрывает борьбу Павлику. Пытается на самом деле подсказывать мне судьям, сколько остается времени. Если вы внимательно слышали, остается всего 10 минут. Ну и напомню, что 2-1. У нас два забавных очень эпизода было за матч, в которых, я бы сказал, выглядело каламбурно действие Трофимчука. И защищающегося против Бена игрока в момент падения в борьбе. Я записал этот funny moments. И, возможно, скоро выйдет новая нарезка, которая будет достаточное количество веселых моментов, поднимет настроение, которое вам точно, как минимум. Ну и думаю, что заставит поулыбаться. Ошак перехватывает Бумур Таиб. Вот хорошая энергия и скорость, но вот как-то с мячом он спешит. Такое впечатление, мне кажется.
Это главная проблема. Ярошенко. Бенжава. Вальчук, Наивашка. Моша. Подсказывает Мэндру, кому куда двигаться. Капитан команды, он сегодня поддержит коллектив. Есть отличная передача на Таиба, а Бумор не принимает. Молдавчук. Ой-ой-ой, какой момент. Не забивает сейчас Титан. Пять командных. Забить 10-метровый будет не просто Зверева, это мое ощущение какое-то личное от его реакции. В принципе, с тех пор, как он во втором круге играет за Остроту, смотрится очень хорошо и уверенно придает как бы команде, да, вот скажем, такой фундамент. Сейв хороший. Андреев. Так я тебе буду теперь все мешать. 4,5 минуты остается. Ивашка обрабатывает сложный пас. Давчик на Ивашка. Андрея. У нас много забавных эпизодов. Пытался полить Ивашка. Будет желтая ему, конечно, за попытку. Так, желтая. Ловчук. Ловчук. Трофимчук. Молдавчук, Трофимчук. И забитый мяч. Зверев отбивает перед собой. Почувствовал кошек раньше этот эпизод. А Молдавчук забивает. 4 минуты. 2-2. Пожалуйста, пожалуйста.
Ну, все равно вернуться. Еще один. Ну вот вопрос теперь, удастся ли отыграть преимущество, удастся ли исправить ход ситуации, ведь Острота борется за верхние позиции сейчас. Титан навязал ей борьбу. Убежал Трофимчук здесь в аут. Неэффективные действия, мое мнение. Давчук. Бумуртаи. Хороший проход от восьмого номера Титана. Ну, пас будет от Трофимчука или нет? Дерев. Сколько у нас остается времени до конца? 2 минуты, дорогие друзья. И, в принципе, у нас интрига жива максимум. Колесников отыграл на Бена. Джават. Приводит на кошек, а Николай. Сам пробирается кошек. Дальше Бурит. Сейф есть от Ковальчука. Умутай. Ивашка, Ивашка. Вот так, дорогие друзья. Важнейший мяч под занавес второго тайма забивает Ивашка с передачи Бумура Таиба. Вот и пятый у нас. Кошак отыграл на Андреева. Павлик катит в сторону ворот. Это еще один забитый мяч. Под самый конец матча удалось забить Сидорчуку. И это 4-2. Это победа, дорогие друзья. 3 очка забирает сегодня Титан.